Ветеранов афганской войны поздравили в Багуир. Отметить 26-ю годовщину вывода войск собрались сотрудники, студенты вуза и, конечно же, воины-интернационалисты. Сегодня это не просто день памяти погибшим. Это возможность выразить слова глубокой признательности и благодарности всем тем, кто вернулся домой, кто с честью и с мужеством исполнил свой гражданский долг. С концертной программой выступили офицеры Багуир, студенты и сами виновники торжества. По традиции ветераны поделились воспоминаниями о войне. Первичная организация БРСМ «Багуир» подготовила гостям памятные подарки. Понятно, интересно и радостно, когда о тебе не забывают и с кем-то есть возможность поделиться. Потому что в наш век информации, интернета, айпадов, айфонов человеческое общение ничем не заменишь. День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля. Именно тогда, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. Через эту войну прошли около 30 тысяч белорусов. Элизабет Чичет, Евгений Богдан, молодежное телевидение «Багуир».